Администрация региона и компания «Statoil» подпишут меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу в отношении социально-экономического развития Ненецкого округа. Заключение меморандума обусловлено тем, что ранее действовавший документ утратил свою силу в конце прошлого года. Напомню, норвежская государственная нефтяная компания «Statoil» является одним из четырех инвесторов Харьягинского СРП. Также «Statoil» финансирует ряд социальных проектов в Ненецком округе. Условиями меморандума предлагается закрепить намерения сторон по сотрудничеству, направленному на обеспечение социально-экономического развития региона путем осуществления проектов в области образования, культуры, спорта, социальной помощи и иных областях, представляющих взаимный интерес. В рамках реализации меморандума компании «Statoil» планируется заключение отдельных договоров пожертвования. В рамках реализации данного меморандума будет создан управляющий комитет, и на нем будут рассматриваться все предложения, которые будут компания «Statoil» финансировать. В настоящий момент уже профинансировано 1 250 000 рублей на школу-интернат на реализацию мероприятий.